Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Виктория Анисимова. Мне 15 лет. С 9 лет я изучаю индийский классический танец Кадхак у своего учителя Гуруши Нинигама. Это выдающийся педагог, потрясающий танцор, замечательный, великолепный хореограф. В России он создал филиал известного в Индии института музыки и танца Праян Сангит Самити, который находится в Индии в городе Аллахабад. Ежегодно студенты Гуруджи сдают экзамены для специальных экзаменаторов, которые приезжают из Индии. В том числе я сдаю этот экзамен. В этом году я сдаю уже почти последний курс, и мне нужно представить большую программу. Сегодня я вам покажу часть своей программы, очень интересную, увлекательную. Тема сегодняшней нашей лекции называется «Ласи и танов. Мужское и женское начало в танце». Сегодня я немножко вас познакомлю с индийским классическим танцем катхак. Само слово катхак переводится как «рассказчик», тот, кто рассказывает историю. В древние времена в Индии существовали певцы, сказители, которые пели песни, рассказывали различные истории. Но сами корни произошли все-таки с храма. Поэтому любое выступление танцора начинается с храмового танца, с ванданы. Вандана, если переводить дословно на русский язык, переводится как «ода», «гимн». Мой первый танец будет «три вандана». «Три» — это значит «три», цифра, а «вандана» — это значит «гимн». Первый танец будет в формате таких трех од. Первая ода будет о боге Ганеше. Сейчас я покажу. У него голова слона с изогнутым хоботом. Огромное тело, которое сияет, как тысяча солнц. Он устраняет все препятствия и проблемы и приносит успех во всех делах. Второй гимн посвящается богине Сарасвати. Она отвечает за все, что связано с интеллектом и образованием. Ее образ светлый, как белый бутон и сияющий полумесяц. Она носит белые одежды. В руках у нее музыкальный инструмент вина. Она медитирует, сидя в белом лотосе. Третий гимн обращен к учителю. Для индийского танцора учитель соединяет в себе образы трех главных богов индуизма. Он является и богом-творцом Брахмой, богом-хранителем мира Вишну и грозным богом Шивы, разрушающим вселенную. Поэтому истинного учителя все почитают.